Настя. Всем привет! Вы на канале Милашка Ружан. И сегодня у меня день рождения. А Ружан пришла со школы. У нас воскресенье. Школа моделей. Да, школа моделей. И мы для нее приготовили маленький сюрприз. Ну как, ты готова? Да. Да? Что ты думаешь? Что за сюрприз тебе приготовить? Не знаю. Не знаешь? Ну давай, забегай, смотри, что тебе приготовили. Где твой подарок? Где? Там. А, ну давай распаковывай. Смотри. Что там? Смотри, что Денис написал тебе. Аружан, туан, конмен, джетжа, смайлики, сердечки и звездочки. Это все было для тебя нарисовано. Хорошо, Ну-ка, давай, открывай. Что там? Давай, давай, открывай. Ну-ка, давай, открывай. Красоту купили, подарили маме. Как она рвет ее. Вот такой трехэтажный. А Ружан распаковывает. Мебель. Ну-ка давай, что там есть в мебели? А мы с Никаркой ждем с нетерпением. Хотим пошариться там. Кроватка. Какая огромная кроватка. Ужал, я хотела. Кроватка. Давай сразу найдем ей место в нашем домике. Ух ты. Давай. Это стульчик. А вот это диван и один стульчик. Это кресло. А это... Кому? Не знаю, ванна что ли? Ванна что ли? Это... Давай дальше. Сразу расставляй, где у тебя будет спальня. Ладно. Вот здесь. Ну это диван. Хочу кролик увидеть, я хочу тянуться. Кар, ты тоже хочешь играть? Ох, а вот так здесь есть. Вот какие стульчики. Ой, двухъярусная кровать. О, двухъярусная кровать. Стол. И вот стулья. И вот лежа. И стулья. Давай поставь стулья. Четыре стульчика. У тебя большая стулья. Куда? Наверх. Куда кровать? У тебя еще своя мебель есть как раз. Дай ей, пусть она поиграет. Ну как тебе подарок? Хороший. Тебе понравилось? Да. Сейчас мы готовимся, накрываем на стол. А Ружан пришел со школы, а ему дал вот такой вот сюрприз. Тебе понравился сюрприз? Да. Да? Ты рада? Да. Наверное... Ты догадывалась, что тебе такой подарок подарит? Нет. Давай.